Да что ты говоришь? Ты что, сомневаешься? Да как сказать? Да ладно, я профи, смотри. Ой, поверь тебе на слово. А мы встречаем Шевченко Виктория, Эквилибер на тростях. Да, давай. А вы вообще никак? Да их
Но пока Данил готовится, нам свое мастерство покажет Цой Вероника, цветок сакуры, эстрадно-цирковая студия «Чин Рок», город Херсон. Thank you.
Таня, как же твои стихи? Ника, потерял! Да, сложно потерять то, чего не было. Как не было? Все было. Я понял. Знаешь, Жень, я... Знаю, знаю. Ну, Жень, я просто хотел тебе сказать, что сейчас в нашей арене удивительные участники фестиваля «Дивот Сын». Образцовый цифровой коллектив «Юность». Пластическая композиция «Аргенты» из Черниговской области.
Что? Это наш фирменный стиль. И эти нелепые движения вы называете стилем? Ну, Женя, сейчас покажем, что такое настоящие танцы. Коллектив «Эффект»!
жонглирую. Вот именно, вроде как. Ну как же так? Я ведь так старалась. Ну не переживай, сейчас тебе покажет мастер-класс жонглер Шулаков Андрей, цирковая студия «Летучая мышь», город Запорожье. Thank you.
Встречай хлопкими аплодисментами Кристина Слободенюк с песней «Цирк». I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me.
А откуда он у тебя? Меня и Саша наградила. Машуля, я тебе его подарила. Ну, а награждать будут участников фестиваля циркового искусства «Этого цирк» наши уважаемые судьи. И мы просим их спуститься к нам на арену, а еще я приглашаю организатора фестиваля Викторию Мирякову. Уважаемые наши участники, их руководители, мамы и папы, большое вам спасибо за то, что вы приехали в наш замечательный город Запорожье, за то, что вы участвовали в нашем первом фестивале «Дива-цирк». Мне очень хочется верить, что каждый из вас, участники, получил маленькую минутку удовольствия, побывав на арене настоящего цирка. Я верю в то, что желание у вас это будет продлено на долгие годы. Многие из вас, еще побывав на арене международных цирков, вспомнят Запорожский цирк, может быть, у кого-то первую арену, которая у вас в душе останется как первое впечатление. Ну а я приглашаю на сцену наше глубоко уважаемое жюри. Директор международных фестивалей Анна Булов. Главный режиссер дирекции передвижных цирковых коллективов Украины Седова Наталья. Режиссер постановщик дирекции передвижных цирковых коллективов Украины Соболев Вячеслав. Председатель жюри, директор Запорожского государственного цирка Судко Тамара Викторовна. Одну минуточку, девочки, немножечко потерялись. Я понимаю, сегодня очень трудный день. Среди нашего состава жюри также находится легендарная наша артистка. Прекрасная, великолепная артистка. Вы ее сможете увидеть в скором будущем на арене. Призер международных фестивалей Монте-Карло, Китая, обладатель Серебряного клоуна Ирина Демидова. Одну минуточку, я не займу много времени, держите, девочки, вашу планшеточку. Сегодня у нас довольно-таки необычный день. Волею судьбы, даже не замечая этого, никто не напомнил, никто не сказал. Смотрите, в какой прекрасный день прошел этот фестиваль. Ведь сегодня же день, международный день цирка. Самая волнующая церемония – церемония награждения. Поэтому сейчас мы начнем с категории участников. Логвиненко Анастасия и Кононенко Игорь. Радушенко Екатерина. Белый Владислав. Залога Дания.
быстрее. Коллектив города Харькова и Победы Свидла Кравченко. Эдельвейс, категория 2. Коллектив категория смешанная. Коллектив Эдельвейс, дуэт.
Коллектив «Юность», «Змейка». Силантьев Александр и Милошниченко Сергей. Коллектив «Юность», лауреат третьей степени. Акробатический дуэт «Нежность». Коллектив «Эдельвейс». Дуэт «Элегия». Коллектив «Эдельвейс», третьей степени. Лауреаты третьей степени. Трио «Блики солнца на воде». Ребята, аплодировать друг другу, неужели вы не заслужили? Коллектив «Романтика», дуэт «Куклы». «Романтика», Герасименко Виктория. Лауреат третьей степени. Лауреат третьей степени, цирковой коллектив «Улыбка», «Прогулка». Коллектив «Улыбка», лауреат третьей степени, «Симфония моря». Коллектив «Бенефис», «Леди Стар». Лауреат третьей степени Ведьманова Таисия, «Минка душа». Коллектив «Надежда», акробатика на катушках, концерт. Лауреат третьей степени, коллектив «Надежда», «Звездный дождь». Коллектив «Надежда», «Игра Лакупами», Юленька. Лауреаты третьей степени, коллектив «Надежда», Старусева Александра. Коллектив «Улыбка», первый парень на деревне, лауреат второй степени. Коллектив «Улыбка», «Предчувствие весны». Лауреаты второй степени получают
понятно. Здесь царит Его Величество Цирк. И все вы являетесь представителями этого замечательного жанра. И мы хотим, наверное, сказать спасибо всем тем, кто помог, чтобы сегодня этот праздник восторжествовал. Конечно же, спасибо этому замечательному цирку. Спасибо этому замечательному руководителю, который является сегодня председателем жюри, Тамаре Викторовне. Спасибо этим замечательным службам, которые сегодня помогали, чтобы вы могли на эту арену выйти. И, конечно, самое большое спасибо вам, артистам. Спасибо вашим руководителям. Наверное, руководитель находит свое продолжение в учениках. И сегодня действительно были заслуженные и достойные артисты на этой сцене. И сейчас я хочу назвать тех, кто стал лауреатами первой степени. Лауреат первой степени в номинации «Цирковое искусство» Жан Гляш, Андрей Шулаков. Лауреат первой степени в номинации «Жан. Воздушная гимнастика» Анастасия Степаненко. Лауреат первой степени в номинации «Воздушная гимнастика» Вероника Цой. Номинация «Цирковое искусство. Пластический этюд». Лауреат первой степени Настя Чиганова. Лауреат первой степени номинации «Цирковое искусство» название коллектива «Образцовый цирковой коллектив «Юность». Категория смешанная. Лауреат первой степени жанр акробатическая пара на ходулях. Артем Кайданов, Олеся Самсонова. Лауреат первой степени номинация «Овка в ребенок царстве». Лауреат первой степени, номинация «Соло Жан-Пляж». Ольга Белик, пожалуйста. Лауреат первой степени, акробатически смешанная пара «Кадетский бал». Дмитрий Бездуглов и Ангелина Ганус. Ваши аплодисменты. Лауреат первой степени, номинация «Цирковое искусство», «Воздушная гимнастика» на ремнях, Виктория Шевченко. Одну минуточку. Перед вами сейчас стоят. Мамочка, давайте посмотрим. Перед вами сейчас вот такие чудесные маленькие артисты. «Кадетский бал». Кроме того, что они получили такие чудесные призы, позвольте вам от Запорожского цирка подсластить вашу жизнь, чтоб вам было вкусно, сладко и весело. Запорожский цирк – лучший цирк, какой не смеете, пожалуйста, цирку. Спасибо.
кандидатов, это, конечно же, получение главного приза Гран-при. И его получает замечательный дуэт.